Друзья, всем огромный привет! Вы на канале «Вкусное увлечение» с Михаилом Есиным. И сегодня мы собрались не просто так, а отметить день рождения нашего очень хорошего друга и, можно сказать, учителя Виктора Николаевича Широкова. Заходите. Так, ну, привет всем. Привет. Вот, будем сегодня отмечать день рождения и готовить вкусняшки. Плов сделаем мы отдельно в афганском казане, лапшичку свойскую, ну и, соответственно, очень вкусный шашлык из двух видов мяса и с оригинальными маринадами. Ну что, Виктор Николаевич, начнем? Ну, конечно, начнем. Погнали! Не будем терять времени и первым делом начнем приготавливать наш плов. Будем нарезать говядину. Ну что, с днем рождения тебя, то я все никак это самое. Ну, да. не самом главном ты не озабочусь. Он один раз в году. Да. Моя тут за тот день нету. Ну хорошо, но... хоть помнишь иногда об этом. Ну нарезаем говядинку вот на такие вот кусочки. Так, говядину мы нашу нарезали. Пойдемте разжигать огонь. Весь процесс приготовления плова я снимать не буду. Ссылочка будет в верхнем правом углу. Друзья, давайте займемся крылышками. Будем использовать для нашего шашлыка среднюю часть крыла. Вот эта часть. Подготовили мы наши крылышки. Делаем маринад. Добавляем ложку паприки. Ложку томатной пасты. Ну, наверное, полторы. Добавляем черный перец молотый. Растительное масло, ну грамм 30. И добавляем соль. Перемешиваем. Друзья, обязательно готовьте на этом маринаде, уже проверено. Готовил много раз, все очень-очень довольны. Попробуйте и вы приготовить тоже. Все это дело перемешали. Сейчас можем пленочкой накрыть или так вот оставить. Минут на 20, на 30 прогорят наши дрова. Давайте займемся нашей лапшой. Опалим чуть-чуть цыпленочка.
укладываем все в афганский казан и наливаем воду. 4 литра посолим. Ну здесь смело можно вот столько прям. 1,5 чайной ложки соли. Закрываем. А если, Миша, в вашем волшебном рецепте маленькую паузу на пару минут? Да. И ставим на огонь. Друзья мои, для второго маринада нам потребуется паприка. Ну, здесь прям совсем чуть-чуть. Чисто для цвета. Прям совсем чуть-чуть. Черный перец молотый. Посолим. Добавим растительного масла. Ну, почти все то же самое, что и крылышки, только без томатной пасты. Все это дело мы перемешаем, натрем. И также помаринуем минуточек 20-30, как наш костер прогорит. Все, друзья, маринуем и на огонь. Снимаем наш бульон с огня и спускаем пар. Крылышки замариновались, насаживаем. Детского мотора не будет. Ушел. Ну как, он может произойти чуть позже. От чуть бабушки позже. Ушел. Да. Ну, от бабушки ушел. Да, от бабушки самое главное ушел. Так, ладно. Ну так, насаживаем. И потом включимся. Где-то. Ну и помидорки. Ваша мама так всегда говорила. Ну что, у нас одна фишка плюс. У нас или у него? У кого плюс? Вот такая красота. Укладываем курочку, укладываем грудиночку, сейчас останется. Сейчас и укладываем помидорки. Миш, Вить, где у нас тарелки? Ну, для помидоров, наверное, твоя нужна из дома. Нет. Помидорки в отдельную тарелочку. Опа. Вот такая красотища. Наш пучок вот сюда пошел. Вау. Я? Ну, а что ж, не получится. Женщины больше курицы предпочитают. Накрываем все дело лавашком, пускай чуть погреется. И помидорки сюда же. Опа. Вот так вот. Что нужно охладить? Водочку. Она так вот занимает. Так. Ничего себе. Готова наша вкусняшка. Ну, вот эти, конечно, лучше резать. Да. А мне кажется, прямо ты начинаешь от начала. Не, ну если тебе нравится, начни от начала. Я, допустим, сейчас мы здесь съем, пока положим эту красотищу. Такой кусок, надо уметь. Ну да.
Ну ты же и талант. Нет, я уже давно подрастерял весь свой талант. Ну а под чесночок, я думаю, ты справишься. Она себе подкинула сегодня с утра. Ты имел неосторожность съесть борщичку с тремя зубками. Когда в последний раз ты видели супер господа? Никогда. Знаешь почему? Не знаю. Она мне нравится. Поэтому я свои супруги никогда. Вот так. Юрий Петрович. Да, это суп. Попробуйте. Давай, давай, давай. Витя, не уходи, это отлично. Так, быстро. Нет. Витя, держи. Так, быстро. Не так быстро, а вот такой, глянь. О, дымящий, мясо. Так, ну, сейчас надо руку освободить. Саныч? Угу. Пока ты освободишь. Пар у нас вышел. Открываем наш казанчик. Чудо-скороварочка. О, бульон вообще просто супер. Достаем курочку. У нас свойская. Так вот. Вот такая вот малышка. Лаврентия? Перца черного? Не-не-не, этого. Чили? Мелкое, это зеленый, как оно называется? Петрушка, укроп? Не укроп. Вот. Укроп добавлю. Ну это уже мы добавим в каждую тарелку. Это уже в конце уже. В каждую тарелку добавим. Вот. И добавляем лапшичку. Теперь она еще варить должна одеваться. Доходит прямо на горячую. Малый продукт. Бульон, соль и лапша. Больше ничего абсолютно. Я сыграю с тобой классический вариант. Закрываем крышку. И пускай она у нас постоит минуточек 10-15. И будем пробовать очень вкусную домашнюю лапшичечку. Я говорю. Попрошу не перебивать. Итак, дорогой друг, что я хочу сказать тебе в этот знаменательный день, который мы находимся у Сереги в гараже. Я хотел бы тебе от чистого сердца, с этой стороны, от чистого сердца пожелать, чтобы ты всегда был молодым, красивым, счастливым, ну и нарядным. А также готов поблагодарить Михаила за то, что он приготовил шикарный ужин к твоему дню рождения. Виват, господа! За Михаила и прекрасный ужин. Виктор Николаевич, днем рождения. Ты все больше и больше похож на учителя, сука. Сука не сука, а какой есть. И говорить-то складно, и раздельно, и как будто чтобы все его услышали. Да учили меня так. Учили. Да никто не учил тебя. Никто меня этому не учил. Это все сам. Когда мы учились заочно с Петровичем, лапшичка. Нас только учили пить. Вещь. Просто вещь. Теплая. Вот. Друзья, всем приятного аппетита. Пока.